Сегодня с наступлением заката для мусульман начался священный месяц Мархибот. В связи с этим к жителям Ингушетии обратился глава региона Юнусбек Евкуров. Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с началом священного месяца Рамадан. Для миллионов последователей ислама этот месяц является самым важным и почетным. Это время особого благочестия, укрепления веры, нравственного обновления, духовного роста, переосмысления своего образа жизни и приоритетов. Мы встречаем благословенный месяц Рамадан с огромной радостью и благодарим Всевышнего за возможность соблюдать пост и совершать благие дела. Пост очищает наши души, воспитывает в нас достоинство, прощение и великодушие. Главной же наградой для верующих за этот пост является прощение грехов, которое можно получить, имея искреннее желание и стремление к этому. Уверен, что светлые дни поста будут способствовать установлению взаимопонимания и терпимости в нашем обществе, объединению нашего народа, стремлении к духовному совершенствованию и нравственному очищению. Дорогие братья и сестры, мусульмане всегда должны быть милосердны, справедливы и богобоязненны. Особенно в дни священного поста мы должны быть более внимательны к тем, кто нуждается в нашей помощи и поддержке. Пусть Всевышний поможет всем нам обрести в этом месяце веру и терпение, миролюбие и согласие на пути поклонения. Пусть он услышит наши молитвы о ниспослании мира и процветании нашей великой стране и нашей республике, благополучие каждой семье, всего нашего народа. От всей души желаю всем жителям Ингушетии крепкого здоровья, успехов в благих делах и добрых начинаниях, благополучия и духовного покоя. Пусть каждый день священного месяца Рамадан наполнится милостью и благословением Всевышнего. Дал Марк Павл Долтмасти, дал Барца Болбы, дал Техи Беркатию.